15 сентября на 66 году упокоился один из самых видных представителей сухумской воровской семьи Антимос Кухилава. Когда-то село Варчи, из которого произошел Антимос, выдало миру целую плеяду таких ярчайших воровских дарований, как кака, туту, спила, апакила, шишка, тарас, метагвария и других. После смерти Антимоза в живых остались только Боря, которому недавно примерили 210.1, и его крестник Коба. По нашим данным, Антимос был коронован в 1978 году по инициативе хуту, с отпрыском которого в наши дни он бок о бок стоял за воровскую правду Таро и Мираба. Среди крестных отцов Антимоза также называют Лакобу и Гоги Гагаладзе. Судим Антимос был всего однажды в 1980 году на 2,5 года судом города Поти за наркотики, которым сберег нежную любовь вплоть до своей кончины. Еще в советские годы Антимос облюбовал Украину, особенно Львов. После войны он начал жить в Одессе. На рубеже миллениума почти полтора десятка лет варченец считался на Украине одним из самых влиятельных законников. К выдвиженцами Антимоза, которых он намного пережил, причисляют и Мамеда, и Леху Краснодонского. Уважаемые зрители, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. При этом не забудьте нажать на колокольчик.